Первый заместитель главы городского поселения Волоколамск Модаль Татьяна Владимировна. Наша память предков в истории, в любви к родной земле, в гордости за дела людей, прославивших Волоколамскую землю. Дорогие земляки, уважаемые гости, от всего сердца желаю вам здоровья, каждой семье, каждому дому, благополучия, успехов в ваших начинаниях на благо нашего родного края и всей страны. Спасибо. Глава Волоколамского